Друзья, привет! Так, что мы видим? Что мы видим? Что мы видим? Так, все у нас как бы нормас. Так, так, это тяжело, зараза, но я сейчас камеру поставлю. Вот такой конструктор. Зарядное устройство. Вот. Так, что здесь у нас? Руль. Вот и дела. Вот так вот. Все, сейчас буду его собирать. Так, я тут не вижу насоса. А вот он, насос. Насос еще есть. Насос. Тут еще какие-то запчасти. Запчасти для сборки. Что еще? Инструкция. Вот инструкция. Инструкция. Еще там-то какая-то. О, инструкция. Инструкция. Так. Инструкция, понятное дело, на английском языке. Ну что ж, буду подтягивать свой английский. Все, теперь все готово для сборки. Приступаю. Короче, сборки, видео по сборке электросамоката не будет. По той простой причине, что когда я его собрал и подключил, ну, зарядное устройство включил, самокат вообще никак не реагирует. То есть зарядное устройство работает, а ток не поступает. Ну, может и поступает, измерителями инструмента у меня нет. Вот. Короче говоря, самокат вообще никак не реагирует. Ничего не включается, ничего не горит. Ничего. Я открыл паспорт, где написано порядок рекламации. Связался с китайской компанией, зашел на их сайт, написал письмо. Прошел там определенный опросник. В результате они присылают письмо мне буквально там через час. Присылают письмо, что в данном случае мы не можем ремонтировать его. И этот самокат подлежит возврату. Бесплатному возврату. Ну, так как Amazon, ну и возврат денег-то. Ну, так как Amazon, вернее, так как этот самокат мне прислал Amazon, то я написал письмо Амазону, что сложилась такая-то ситуация. Сделал ссылочку на то письмо, которое я получил от китайской компании. Вот. И буквально тоже через пару часов пришло на почту ответ с Амазона, что необходимо сделать. В приложении там был такой PDF-файл. Я его распечатал, ну там, скажем так, служебная, скажем так, информация для Амазона, куда там переслать, какие-то штрих-коды и так далее. Было написано, что надо его отвезти в ближайшее отделение УПС. Оно буквально тут через дорогу, в канцелярском магазине, большой такой канцелярский магазин, и там отдел УПС. Это частная почтовая служба в США. Я у соседа одолжил такую, как тележку такую, погрузил, ну, разобрал этот самокат, упаковал это все, погрузил его на тележку, тут через дорогу перевез, но оно тяжелое просто. На тележку его, вернее, перевез его. Ребята с УПС взяли без всякого.
Вот, наклеили сами вот этот наклейку, скажем так, формата А4. Вот, и через буквально через 3 дня я на карточку получил возврат денег. Я вот после этого случая подумал, я же для чего этот брал этот электросамокат? Для того, чтобы ездить в школу. Потом думаю, это все-таки свыше, как бы знак свыше, что тебе не надо этот электросамокат. Мало ли что, ну, может, мне там наверху сказали, видят, что я могу там или там в аварию какую-то попасть или что. Ну и тем более, ну сколько мне этот самокат? Ну, сентябрь, октябрь, ну ноябрь, а дальше пойдут там декабрь, январь, и все, мне надо уезжать, по сути дела. И опять продавать его. Думаю, буду ходить пешком, это 20 минут до школы, ну 25, до школы 25, после занятий там сидишь там 4 часа. Вот. Поэтому я не захотел. В принципе, можно было бесплатно его обменять на электросамокат, обменять бесплатно. Но я не захотел. Может, это и правильно, может, это к лучшему. Вот на этом история про про покупку китайского электросамоката закончилась. Подписывайтесь на канал клуба рятувальников Украины, на YouTube канал. Ставьте лайки, подобайки. До следующего репортажа. Пока.